На Белом озере теперь живут белые лебеди. Такой необычный подарок сделала жителям областного центра компания «Газпром Трансгаз Томск». Подробности далее. Белые лебеди на Белом озере. В поэтичном сочетании реализовалась мечта многих томичей. Такая гармония в центре крупного города будет созвучна гармонии каждого из нас. 2010 год объявлен годом охраны окружающей среды. В рамках этого разработана программа, в которую вошли как технические мероприятия, которые связаны с минимизацией воздействия на окружающую среду в результате нашей основной деятельности, так и ряд ярких акций, которые позволят запомнить этот год как сотрудникам, так и томичам. Авторство одной из акций принадлежит общественному молодежному объединению компании «Газпром Трансгаз Томск». Эту идею молодежи поддержали филиалы предприятия. Так появились живописные домики, безопасное ограждение на воде. Акция газовиков нашла безоговорочную поддержку властных структур и общественных организаций. В результате о здоровье, охране, пропитании лебедей позаботятся специалисты. Мы можем доставить удовольствие людям, и люди приходят, любуются, то есть им нравится. Я думаю, это будет одно из культовых мест города. Очень большое впечатление производит, поэтому это только счастье приносит. Детки будут смотреть, будут радоваться, все это красиво теперь будет у нас, все лучше. Все это надо. Почему не приучать людей жить рядом с животными в мире? Мне кажется, это хорошая акция. Компания «Газпром Трансгаз Томск» придерживается высоких экологических стандартов. В ее архиве две престижных награды Всероссийского конкурса «Национальная экологическая премия». В год экологии компания стремится привлечь внимание всех людей к бережному отношению к природе. Поэтому каждый выходной газовики расчищают берега Ушайки. А с сегодняшнего дня личавые птицы обживают красивое озеро. Мы сделали таким образом, чтобы на всей территории, во всех 20 филиалах, которые расположены от Камчатки до Омска, прошли какие-то акции. То есть кто-то, допустим, Новосибирск, высаживает деревья, кто-то проводит какие-то субботники, досаживает какие-то новые виды растений. То есть у каждой территории свои акции. Словно стая прекрасных птиц взвелись над Белым озером белые шары. А на водной глади остались белые лебеди. В легендах Томска воспитый символ верности. В том числе и верности идеалам, благодаря которым человек и природа гармонично соседствуют друг с другом. Это все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Приятных вам выходных.